Привет, котята! В этом видео я покажу вам, как сделать фигурку Билла Шифра из Gravity Falls. Итак, для начала сделайте основу фигурки из обычного пластилина. Подойдет любой пластилин, любого цвета. Но я не рекомендую вам использовать черный пластилин в создании основы, так как он может окрасить бумагу изнутри. Потом мы берем обычную белую бумагу и нарезаем ее ножницами на полоски. А потом нарезаем полоски на квадратики. Когда мы нарезали бумагу, то дальше берем клей ПВА. Мажем кисточкой бумагу, а потом наклеиваем ее на пластилин. Клеим части фигурки отдельно. Бумагу мы клеим в несколько слоев, где-то 3 слоя, может чуть больше. Когда мы обклеили все части фигурки бумагой, то даем им засохнуть. Части фигурки могут засыхать от 1 до 3 дней. Но у меня они засохли за 1 день. Когда части фигурки засохли, то мы раскрашиваем их маркерами. Когда мы разукрасили все части фигурки, то берем клей-пистолет и ставим его нагреваться. Когда клей-пистолет нагрелся, то мы при помощи него склеиваем части фигурки между собой. Будьте осторожны при использовании клей-пистолета, так как вы можете по случайности обжечь себе пальцы. Поздравляю! Теперь у вас есть свой мини Билл Шифру. Пишите, кого еще сделать из Gravity Falls. Ну или даже не из Gravity Falls. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пока!